И снова всем здравствуйте. Посылочки разбомбим китайские. Посмотрим, что нам тут прислали. Так, что это такое? Вот такие вот аккумуляторы на 1100 матч. В часики будем вставлять. В пультики для телевизора. А это что? А это зачем прислали? Ну ладно, пригодятся. А это подарок, наверное. Ну да, вот так вот. Если что, ссылка будет в описании. Так, следующее, что у нас. Убираем. Здесь тоже аккумуляторы должны быть. Для шуруповерта выписывал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все 10 штук. Так, смотрим. 2020. Ну да. Так, следующее. Тут что у нас? Я знаю, что тут. Тут денежки. Пришли. Денежки прислали. Такие вот. $100. Позолоченные 24 карата. Ну что, вскроем одну, да? Посмотрим. Уберем эту. Так, иди-ка сюда. Вот так сейчас. Вот они. Чего орешь, моя крыса? Ну иди сюда. $50. $20. Вот такие они красивые. А что, прикинь, на подарок что? Да? Или себе оставить? $10. 5. Сколько американских президентов.
2 бакса. Красивые. Один. Совсем один. Он. One. Где у нас ту? Ту. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Еще сотка. Две, что ли, сотки? А, они разные, поди? Не? Да, они разные. Так, это один такой красивый баксуличек. Номера. Одни девятки. Еврейские знаки. Одни евреи. Масонские, вернее. Голд. Разные, но красивые. Ну все, на этом все. Или не все. Так, продолжение будет. Ну что, ребята, демократы, финал. Больше. Пупырка. Что мы тут видим? Мы тут видим бабки. Денежки. Сейчас мы достанем и посмотрим, что тут, что же тут за денежки. Тут вот такие вот деньги. Вот сколько это, что такое. А, понятно. Понятно. Вот так, да. Эш ты. Ну так как-то не так сейчас. О! О, какие. Красивящие. 1000 евро. Видели такие? На подарочек. Ох, какая блестящая. Пластик. Вот как наша 100-рублевка. Юбилейная там. Или какая она? Крым наш-то. Такая вот. Это 500 евриков. Такие вот они, красивые. Блестят. Видали, как блестят они? Золоченые. Это 200 евро. Чисто для подарков. Сотка. И ростом поменьше. Голд. Золоченые. Так, 50 евро. Так вот выглядит.
Двадцатик. Чирик. Деньги советские ровными пачками с полок смотрели на нас. Пять тысяч. Красиво сделано. Прям четко. Тут написано gold. 24K gold. 97-й год. Ну как тут? Ой, какой пятерик хороший. Интересно, с таким в магазин прийти, сказать, новая монета, новая бумажка. Возьмут, не возьмут. Пошлют нафиг, полицию вызовут. За подделку. И закроют. Ну что, дальше поехали. Что говорить? Сделано четко, качественно. Пластик это. Тысяча рублей. Билет Банка России. Надо китайцев привлечь за фальшивомонетическую деятельность. Архангельск. Да. Сотня. Такая вот красивая. Ну, 50-ка как-то не так выглядит немножко. Лучше всех выглядит вот это вот. Это все они хорошие, короче говоря. На подарки родным выписывать. И сразу посмотреть цену их. Памятная банкнота. Россия, Египет. Футболистам, которые любят этот спорт. Пожалуйста. Налетай, подешевело. Фанатам. Ну и предпоследняя. Последняя. Россия, Испания. Памятно. Я
Я даже знаю, кому подарю ее. Радость. Все, всем пока. Вот такие вот красивые сувениры. Как вам наборчик? Пока всем. Beep.